Всем привет! Меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. Недавно я делал видео вот на такой циклон, и в комментариях один человек давно интересуется, а сосет ли такой циклон воду? Для чего ему эта информация, я не знаю. Вот лично у меня нет такой потребности там всасывать жидкости всякие, воду. Но я так понимаю, может быть, типа пролил что-нибудь, молоко. Вот даже ему там один человек ответил, что в официальном видео там японском каком-то Makita, там японцы, короче, на кухне разлитое молоко таким пылесосом с циклоном всасывают. И мы сегодня проверим, сосет ли этот циклон воду. И можно ли вот DCL-180 модель, самая слабая модель, самая вот первоначальная, можно ли им всосать воду. Как мы будем это делать? Для того, чтобы не перебрать лишней воды, здесь на циклоне указано максимальный объем, который можно сюда наполнять пылью там, или, ну не знаю, может быть водой, тут вот мусор нарисован. Я сейчас налью вот по этот уровень воды, перелью его в мерный стакан, и мы соберем пылесос и обычно трубкой высосим этот объем. Потом наберем объем по самые края и также высосим. И при этом мы будем смотреть, я специально циклон помыл, а пылесос не мыл. Хочу показать, что даже при использовании циклона пыль все равно проходит в пылесос, какая-то там мелкая, более мелкая. Даже вот некоторая шерсть кошачья проходит. И из-за того, что здесь сейчас сухо, если проникнет вода, мы увидим, то есть проникает вода внутрь пылесоса или нет. И может быть она там в двигатель проникнет. Если мы угробим пылесос, как бы, ну, не жалко. Наполняем циклон по уровень холодной воды. Так, перелили. Примерно так. Переливаем в мерный стакан. Это примерно 420 грамм. Собираем. Трубку берем, наоборот. И пылесос. В пылесосе, чтобы условия были не идеальные, батарея заряжена наполовину, 4 ампер-часа. Все, зарядили пылесос. Ну и пробуем. Вся вода полностью собрана. Смотрим, попала ли вода внутрь пылесоса. Да, немножко воды сюда попало. Да, вот какая-то часть воды сюда все-таки попала. Но при этом сам фильтр, ну, слегка влажный. То есть, я думаю, давайте его снимем. Мешок там внутри, ну, сухой. Теперь наполним по максималочке и проделаем то же самое. Как вы видели, ну, по максималке нельзя, потому что вот эта часть получится, будет находиться в воде. Но мы все равно это затестим. Ну вот выше Makita. Можно даже еще, наверное, добавить.
налил по максималочке. Налил. Переливаю. Мерный стакан. Сколько у нас? Не вижу. 750 миллилитров. Пробуем. Все не так. Короче, когда полностью засовываешь трубу в стакан, то ли пропадает, короче, перестает он почему-то сосать, а именно вот рывками происходит. В первый раз, кстати, такого не было. Открываю палису. Ну, здесь опять чуть-чуть воды. Ну, внутри воды нет. Вот можно убедиться, что даже вот эту часть, она снимается. То есть там вот пыль сухая. Внутрь двигателя вода не попала и не пошла. Но, опять же, мы нарушили условия. То есть выше того уровня, выше вот этого, наполнять мусором или водой запрещено. Это указано в инструкции. Но даже нарушив эти условия, мы убедились, что все-таки воду всасывать этим пылесосом можно. А теперь мы создадим реальные условия. Я около 100 грамм налью на пол и попробуем, уберет ли воду пылесос обычной щеткой. Вот вода разлита на полу. Пробуем пылесосить. Ну, пылесос, в принципе, собрал вот всю воду. Можно вылить обратно в наш мерный стаканчик. Ну, чуть меньше 100 грамм, там, грамм 10-20 потери, естественно, там, влага осталась на полу, там, на стенках и прочее. Ну, а теперь делаем выводы. Что имеем в итоге? Данным циклоном можно собирать воду, собирает он воду отлично, пылесос остается у нас в безопасности, мотор водой не заливает, поэтому ответ моему подписчику, да, данный циклон можно использовать для сбора воды. Причем очень даже он неплохо с этим справляется. Ну а на этом мы заканчиваем наше видео. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этот циклон я оставлю ссылку в описании на обзор, когда я его купил. Всем пока!